Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданг Банде Радика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манорам Ванча калпотару васики пасинди бхавача патитананг павуне бхавишна вибхьо намо намаха мукам кароти вачаланг пангунг ланхайтигирам ятки патамаханг ванде парамананда мадхавам бриндавай тулсидеббхай пиявай кесавасача Шна бхакти паде деви сатта баттвайи намо намаха Нараяна намаскритта норам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасанеча Садануракта гуру бхакти йокто Бхакти Прамодакша Джагод Баруньо Дхейям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Битатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушати Чаранарвиндам Ятпад Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита Кемапигупавадушва Дарши, Пурнану Рагара Сасагара Сахара Муртихи, Сарадхикама и Кадам Кадам Кадаш, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитанан, Сиаддхайта Гададхара Сивасади, Гаура Бхакта Бинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитанан, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канака бодату Санкетаной капитару камала ятакшо Вишамбару диджавару джугадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипарупам Буктин чамуктин чадада синитам Бхаванурупе насада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши товам бхагам Нараяно приямананга мада пухарам Варанаси Пуравати Бхаджави Шанатам Баги Саджаша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасьястихидай Самби Твам Нишинга Махамбаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе.
Гурудам, Грантхадам, Гаурадхамадам, Намадам Муда, Бхактидам, Бхуридам, Банде, Бхакти Бинадакам Сада. Гурудам, Грантхадам, Гаурадхамадам, Намадам Муда, Бхактидам, Бхуридам, Банде, Бхакти Бинадакам Сада. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джагадгуру. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал. Пытайтесь понять главную разницу между Бхактинодарой и то, что не является ей. Гаурия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал. Пожалуйста, пытайтесь понять главную разницу между Бхактинодарой и то, что не является ей. И в этом случае, если вы поймете и будете совершать должную сатсангу, то тогда, несомненно, вам не нужно присоединяться к каким-то обманщикам, чтобы потерять свое духовное благо навсегда. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал. И вот Шрила Сачитананда Бхактивинода Такур, он дал нам все, что нет, все сокровища Галоки. Бхактивинода Такур дал нам все. Он принес сокровища с Галоки, то высочайшая возможность ждет нас. И мы должны решить, хотим ли мы достичь Галоки. Вы должны решить, поскольку Бхатхаджива обусловлена душа навсегда. Она не может следовать, хочет быть как независимо как-то. И Шрила Сачитананда Бхактивинода Такур говорит, все сокровище Галоки, оно принесено Бхактивинода Такуром и показано нам, посмотрите, то, что практически невозможно, но все же это было сделано Шрила Сачитанандой Бхактивинода Такуром. Шрила Прабхупад говорит, мы должны иметь терпение, веру, мы должны иметь терпение, мы должны следовать Рупануга Гуруварги, чтобы подлинная наша авторитетная Сарасват Гаудия Парампари, авторитетная Сарасват Гаудия Парампари, мы должны следовать, чтобы понять значение Гаудия Баджана. Шрила Прабхупад говорит, Бхатхаджива может обрести гуру согласно своим прежним самскарам, и кого же обвинять в этом? У вас нет права никого обвинять. Шрила Прабхупад много раз говорил, пытайтесь найти ошибки в себе, а не в других. Множество недостатков в нас самих, а мы пытаемся находить недостатки в других. Это состояние обусловленной души. Шрила Прабхупад много раз говорил. Это мой совет вам. Пытайтесь найти недостатки в самих себе, и тогда вы сможете прогрессировать на пути вашего баджана, иначе невозможно. Если вы будете искать недостатки в других, то ваша концентрация от баджана отклонится к этим недостаткам, и будете думать о них. И такое вот состояние сегодня. Сирабав Титхи, день ухода Шрилы Сачитананды Бхактивинода Такура. Сирабав Титхи значит, должно быть у нас чувство разлуки. Если у нас нету такого чувства разлуки, если мы не чувствуем боль в сердце из-за разлуки, с Шрилой Бхактивинода Такуром. Бхактивинода Такур оставил нас в этом материальном мире. Бесчисленные проблемы возникают после его ухода. И куда же идти, как идти, кто спасет нас? Шрила Бхактивинода Такур ушел.
Шрила Бхактина Такура ушел. Нет. Бхактина Такура больше нет. Нет. Бхактина Такура здесь, но вы не можете видеть. Я не могу видеть, я слеп. Бхактина Такура, он, несомненно, здесь, чтобы защитить нас, защитить всех. Вы не можете видеть его. Мы слепы, и вот Бхактина Такура, он здесь, в форме Ванисварупы. И также в тонкой форме мы знаем из читания Бхагаваты. И все же до сегодняшнего дня Гуранга Махапрабху совершает свою лилу в Навадхаме, но мы не можем видеть, видим всякие отели и прочий хаос, но не можем видеть его. Но в читании Бхагаваты говорится, что до сегодняшнего дня та же самая лила происходит. И те, кто по-настоящему удачливы, они могут видеть, как Гуранга Махапрабху совершает свою лилу однажды. Я расскажу один случай в Джайвадхарме. Под руководством чисто Гуру Вайшнавов можно найти этот случай. Там два молодых человека с Шринатхпура, здесь поблизости, они приходили к Рагунатхдасу Бабаджи Махараджу. Он находился, жил в Шивасангане. Он совершал там свой баджан достаточно давно. И вот Бхактина Такура пишет Джайвадхарме, в то время они были очень преданы ему, очень смирены. Автоматически они обрели милость от Парамахамсы Бабаджи Махараджа. Вот Рагунатхдас Бабаджи Махараджа дал им харинам, дал дикшу, дал шикшу наставление, как прогрессировать на пути баджана. Они получили милость Бабаджи Махараджа. Некоторые люди постоянно просят благословений, но благословения они автоматически приходят. Гуру Вайшнавы могут видеть все, они могут видеть автоматически картину вашего сердца. Единственное, вам нужно выразить свою искренность и преданность им. И Харикатха, она изменит ваше сердце, она направит вас по направлению к тому трансцендентному миру, я обещаю вам. Она изменит ваше сердце, если вы поймете Харикатху. И вот эти два молодых человека получили дикшу. И они хотели организовать какой-то праздник, пир. И вот они организовали прасад. Вы не можете поверить. Я знаю. Вы изучаете Джайвадхарму. Бхактина Такура пишет, в тот день, когда они раздавали прасад всем преданным, то тем временем из них и вот там, точнее, не один, а несколько преданных, и даже эти молодые преданные, они увидели Шачима, Малинима, они проявились, они увидели лилу Махапрабху. И вот внезапно они принимали прасад, и они увидели, как проявилась эта лила. И вот это не какая-то ложная философия, это истина. И в моей жизни я также видел, в жизни Гуру Махараджа, Сиддхартха Госвами Махараджа, других великих преданных, они, повторяя харинам, они видели Махапрабху, Харинама Прабху и всех даршан, получили даршану всех спутников Шримана Махапрабху. Вся лила, она явилась им, и Шрила Бхактина Такура описывает это. Бхактина Такура, Свананда Суканда Кунджи, находясь, он видел все это. Он совершал баджан, закрыв глаза, и вот в последнее время, когда Шрила Бхактина Такура в последней стадии своей жизни
Шрила Бхактивинода Тхакур, он большую часть времени находился с закрытыми глазами. Иногда, если его кто-то звал, у Тхакура, он тогда открывал глаза. И вот Бимала Прасад приходил, и вот ему говорили, что Бимала Прасад отправил к вам этого преданного, чтобы вы получили милость, посмотрите на него хотя бы. И вот тот преданный написывает, когда Бхактивинода Тхакур, он посмотрел на меня, он открыл глаза, я увидел, я был удивлен. Я никогда не видел такого милостивого взгляда, как будто Тхакур, он, как будто Шрила Бхактивинода Тхакур, он насквозь увидел мое сердце, он ничего не сказал, просто посмотрел на меня, но я такое почувствовал. И Шрила Бхактивинода Тхакур последнюю часть своей жизни он повторял харинам, наблюдал Гора Лилу и Рада Говинда Лилу, поскольку он Камала Манджари. И это его и для нас, Гауди, это наша особая привилегия, что, оставив свое тело, если мы достигли успеха в своем баджане, вы можете войти в Гора Лилу, также и в Кришна Лилу. И что говорить о Бхактивинода Тхакуре? Он вечный спутник, он Камала Манджари. И в Сварупа Бхактивинода Тхакура, он Гора Паршад, Гора Кишодас Бабаджи Махарадж говорил, что он Гауранга Паршад. Однажды Бхагаватима, мать Шрилы Прабхупады, она пришла сюда, в Навадвипу, чтобы получить даршан лотосных стоп Гора Кишодас Бабаджи Махараджа. И вот он поклонился Гора Кишодас Бабаджи Махараджа, спросил, почему ты приехала в Навадвипу, чтобы что-то купить? Нет, я приехала, чтобы увидеть вас, увидеть меня в твоей комнате, в твоем доме. Сам спутник Гауранги Бхактивинода Тхакур, а ты приехала сюда, чтобы увидеть меня. Я думал, ты приехала на рынок, я не понял, что приехала ко мне. И это Сачитананда Бхактивинода Тхакур. Вечный Сварупа. И также в Кришна Лиле он является своей лилу в форме Камала Манджари. И на самом деле время от времени в процессе, на протяжении веков, на Гауди Сампрадаю постоянно нападали, на Гауди Миссию. Вот так время от времени можно изучить историю. После того, как Гауранга Махапрабху ушел, различные ситуации создавались всякими этими людьми. Некоторые были завистливы Гауранге Махапрабху, его чистым преданным. И какие-то были завистливы по отношению к чистым преданным Гауранге, и какие-то из них не знали, что такое философия Гауранги, что такое Гауранга Бхаджан. Они были невежественны, но так или иначе, если вы совершаете оскорбление в адрес лотосных стоп Гауранги и Гора Паршадов, то вы никогда не будете прощены, осознанно или неосознанно, если вы совершаете ошибку и совершаете оскорбление в адрес лотосных стоп Гауранги Махапрабху или его спутников, то Махапрабху, он не простит вас, вы не будете прощены.
И вот время от времени различные нападки были на нашу сампрадаю. И вот Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакура я хочу обсудить некие очень особые вещи, чтобы те, кто спорят с Шрилой Прабхупадой и сомневаются в нем, сегодня по их милости, по всей вашей милости я хочу решить эту проблему. Это на протяжении веков происходит, что какие-то нападки происходят на Гауди Сампрадаю, на Гора Бхаджан. И вот они сомневаются в Шриле Прабхупаде. Бхактивинода Тхакура, даже те, кто пришли к Шриле Прабхупаде, приняли прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, они тоже ушли, оставив Шрилу Прабхупаду. И такая ситуация всегда случается. И вот мы не должны проявлять никакого ложного эго, мы должны быть всегда смиренны, поскольку Гуранга Махапрабху хочет видеть наше смирение. Может, есть какие-то особые качества внутри нас, но Садхгуру Шрила Прабхупад не хочет, не заинтересован в этом. Может, у вас есть какие-то особые качества, но какое отношение это имеет к вам? Они хотят видеть ваше смирение. Не делание чего-то на показ, а подлинное смирение. И в тот момент, когда вы разовьете смирение, я пообещаю вам, вы обретете силу. Это единственное условие преданных, которые могут совершать нама санкиртан, слушая и повторяя. Нам нужно это качество Тринада Пессонична. Бхактивинода Тхакура, его деяния у некоторых людей вызывают замешательство, они сомневаются, думают, что это должно быть то, это. Но мы должны понять, что логика не может находиться на пути к абсолютной истине. Мы должны понять это сначала, и после этого мы сможем совершать баджан, иначе это будет ложный баджан. Кто-то возмущается Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, что он говорят, что не находится в линии Шрилы Бхактивинода Тхакура. Но это глупо. И вот люди заявляют, что Шрила Прабхупад не находится в преемственности Бхактивинода Тхакура. А почему? Потому что Бхактивинода Тхакур, он получил дикшу от так называемого преданного, не хочу называть его, кто-то спорить может начать, но я хочу просто утвердить Сиддханту. Я не хочу спорить с кем-то, я только хочу представить эту абсолютную истину вам. У меня нет настроения спорить с кем-то. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура получил харинам дикшу. Достаточно долгое время Шрила Бхактивинода Тхакура. Внешние люди обнаружили, что у Бхактивинода Тхакура нет посвящения еще. И вот в Пуре многие люди говорили, там Сварупдас Баба сказал, что тот Бхактивинода Тхакура не преданный, тилак не носит, кантхимал нету, что он не преданный. И после этого он пришел к лотосным стопам Шрилы Бхактивинода Тхакура и начал просить прощения, пожалуйста, прости меня, мой баджан закончился. Я думал, что ты не преданный, но после этого, как я высказал это, то мой баджан пропал. И по милости Нитянанды Прабху Бхагавана
я понял, что вы великий преданный, я совершил ошибку, я оскорбил вас, я не видел вас ни тилака, ни мала, ни посвящения, поэтому был сконфужен. И Шрила Бхактивинода Такура засмеялся и сказал: «Да, я еще не получил посвящение, ты прав». «Нет, я не прав». Он был Гора Паршат. Я думал, что вы... И вот Бхактивинода Такура сказал: «Да, действительно, посвящение я еще не получил». И вот Шрила Бхактивинода Такура пишет: «Достаточно долгое время я искал такого гуру, кто может благословить меня. Я искал такого авторитетного гуру, и к несчастью еще никого не нашел. И в итоге Йога-майя, она Махамайя, она делает так, чтобы обмануть нас, чтобы мы не смогли находиться на пути бхакти. И вот Бхактивинода Такура получил посвящение так называемого преданного с множеством недостатков. Место есть Нарайл в Бангладеше, сейчас находится. Раньше это неразделенная Индия была. И вот так или иначе он там как-то получил харинами дикшу. И после этого Шрила Прабхупад был очень маленьким мальчиком, 7-летним. Я хочу... разоблачить всю Сиддханту Сахаджи. Шрила Прабхупаде было 7 лет. И после того, как он получил харинам дикшу от Шрила Бхактивинода Такура, и вот тот преданный, имеется в виду этот. Да, этот его гуру Бхактивинода Такура, он поместил свои ноги на голову Бхактивинода Такура, но Шрила Прабхупада, будучи 7-летним мальчиком, начал возмущаться: «Как ты смеешь?» Смотрите, он 7-летний мальчик, но он возмутился: «Разве ты думаешь, что достоин помещать свои ноги на голову Шрила Бхактивинода Такура? Ты знаешь, что он вечный спутник Гуранги». И тогда этот гуру, он был удивлен, шокирован. Он думал, как в случае, я могу вспомнить, случай с Рамануджачари Куреш. Или Ядавачарья, когда Рамануджачарья, услышав Сиддханту, Рамануджачари, его гуру, но услышав Сиддханту Рамануджачари, его гуру, Ядавачарья, материальный гуру, что-то изучил, какую-то веданту, ничего посвящения не получил, он сказал: «О, если этот мальчик вырастет, он разрушит мою философию, лучше я убью его, поскольку если он вырастет, он разоблачит всю Сиддханту Шанкары Майявады». И вот и также Шрила Прабхупад, будучи ребенком, он возмутился по этому поводу, поскольку те вечные спутники, их слова, их действия, все это идеализм перед нами. Это они показывают идеальный пример, и такого поведения нельзя ожидать от 7-летнего ребенка. Но поскольку он вечный спутник Гуранги, и поэтому он может действовать так. И после этого много раз Шрила Прабхупад возмущался против
против того, что делает гуру Бхактивинода Тхакура. И вопрос возникает, почему Бхактивинода Тхакура, будучи вечным спутником Гауранги Махапрабху, принял посвящение у такого совершенно недостойного человека. Это сделала Майя, чтобы просто одурачить вас. Гауранги Махапрабху принял саньясу от Майвади, чтобы одурачить вас. Гауранги Махапрабху принял саньясу от Кешава Бхарати Майвади, но это не значит, что Махапрабху Майвади. Будьте осторожны. Та же самая мантра Махапрабху он произнес. Он сказал Кешава Бхарати мантру, которую получил во сне. И Кешава Бхарати сказал, да, это та самая мантра. А что это значит? То, что не Махапрабху получил милость от Кешава Бхарати, а наоборот, Махапрабху проявил милость в адрес Кешава Бхарати, но весь мир обманут, когда маленький мальчик 5-летнего возраста, Ачютананда, он услышал, он... И вот он играл с детьми, без одежды, был весь в пыли. Он услышал, что Адвайта Гасай, кто Махавишна Джагадкарта. И вот когда спросил, кто Гуру Чайтани Гасая, и вот кто-то спросил Адвайта Гасай, сказал, что он его гуру Ишвар Пурипад, и тогда этот маленький мальчик сказал: «О, отец, ты авторитетная личность, почему ты говоришь неправильно? Чайтанья Махапрабху, он гуру всей вселенной, Кришнам Ванде Джагат Гуру, а ты говоришь, что гуру Чайтанья Гасай, это неправильно. Я не могу потерпеть этого». И тогда Адвайта Гасай взял его, ее обнял и сказал: «О, мой отец, ты учишь меня Сиддханте, это действительно так. Верховный Господь, кто может быть его гуру?» Кришна тоже принял гуру. Рамачандра также получил дикшу от Аштавакра Муни. Различные уроки Кришна получила от Сандипани Муни, от Рамачанды. Что это все значит? И таким образом Бхагаван хочет одурачить нас. Преданные, великие преданные, они иногда тут же хотят обмануть нас. Вот есть такая шлока Прабхупадаштаке. И вот приходит день его явления, и я расскажу о том, что мой Гурупад Падма Шрила Чидадев Госвами Махарадж хотел сказать по этому поводу. Я не хочу, не могу ожидать. Я увидел, что все качества Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупады, они проявились в сердце Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, и поэтому это было возможно для Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа написать Прабхупада Аштаку таким образом, иначе никто не мог написать ничего подобного, а только потому, что качество Шрилы Прабхупады, его сварупа, она полностью проявилась в его сердце, в его киртане. Шрила Прабхупад Вада. Вы должны очень много узнать. Это авторитетная гуру Варги. Если вы будете ходить здесь и там, то просто собьетесь с пути и потеряетесь. И где же вас потом найти?
бесчисленные дживатмы в бесчисленном мире, где же я могу вас найти? Как моя, отец, моя мать, она умерла, где еще тебе найти? Поэтому не совершайте ошибок, не совершайте оскорблений на пути баджана, будьте смиренны, я ничто. Если милость Гурваги придет, то я смогу понять. И вот день явления Шрилы Прабхупады, когда придет, я расскажу о милости Шрилы Бхактивинода Тхакура. Если милость будет, то я объясню вот эту Прабхупада Аштаку. И вот что это значит, это эти слова у Вайшнава два вида сварупа. Один из, он может проявить две сварупы, две формы. Первая сварупа может обмануть вас. Если вы заняты какими-то материальными вещами, то он явит одну сварупу. Если увидит, что вы искренне по-настоящему, то он явит подлинную сварупу. Один пример я могу привести. Времени мало, тема очень обширная. И вот Свананда Сукханьякунджа Шрила Бхактивинода Тхакура совершал баджан. И на последнем, и вот он совершал баджан и говорил харикатху. Но иногда организовывал киртаны, и пример я могу привести, чтобы вы поняли. Шрила Бхактивинода Тхакура, он позвал каких-то сахаджиев с Шантипура, чтобы они пели киртаны, заплатил им денег. И вот Бхактивинода Тхакура, он сидел на Вьясасане и повторил харинам с закрытыми глазами, и те киртани, и вот они совершали киртан, и все люди, они пошли слушать эти киртаны. Они пришли слушать эти сахаджийские киртаны. Но Бхактивинода Тхакура сидел на Вьясасане и повторил харинам. Ничего не говорил, не слышал. Киртан, они как бы пели киртаны, но Бхактивинода Тхакура совершенно ничего не слышал, не слушал. Его все органы чувств были во Вриндаване, а люди думали, что Бхактивинода Тхакура сидит и слушает, и харинам повторяет, но Бхактивинода Тхакура не слушал ничего. И вот когда Шрила Бхактивинода Тхакура ушел, много преданных, так называемых, пришли жаловаться Шриле Прабхупаде, что вы очень строгие, но Бхактивинода Тхакура позволял нам вот много каких-то сахаджиев с Антипура приглашал, а вы не позволяете ничего такого. И Шрила Прабхупад спросил, что вы имеете в виду, видели ли вы Бхактивинода Тхакура? Да, видели, вот он сахаджиев приглашал. Нет, вы не видели Бхактивинода Тхакура. Как не видели? Видели, вот тут сидел, харинам повторял, нет. Вы не видели подлинную форму Бхактивинода Тхакура, он хотел обмануть вас, поскольку вы сами обманщики, в Махабхарате говорится. Из Махабхарата мы знаем такую сиддханту, что если вы обманщик, если вас обманут, то в этом не проблема, то что обманщик будет обманут. И вот Бхактивинода Тхакура, он никогда не одобрял никаких сахаджийских киртанов. И вы не видели подлинной сварупы Бхактивинода Тхакура. Вы не знаете ее. И вы хотите обмануть меня. Изучите, я прошу вас. Всегда пытайтесь изучить книги, статьи и наследие Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. Это моя просьба к вам, чтобы спасти вас. У меня нет никакого другого пути. Я прошу вас, пожалуйста, чтобы спасти вас, идите и изучайте
учения и наследие Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады, чтобы спасти вас. У меня нет никакого другого пути. Если вы не слушаетесь меня, как я могу еще спасти вас? И таким образом, Бхактивинода Тхакура за всю свою жизнь никогда не одобрял Сахаджи Киртаны. Однажды один Сахаджи, много людей приходили к Шрилы Бхактивинода Тхакуру, не здесь, в Калькутте. В Калькутте, в Амбагане, Шрила Бхактивинода Тхакура сидел в своей комнате, и какие-то сахаджи пришли, чтобы поклониться, и Бхактивинода Тхакура никогда не говорил: уходите прочь. Пришли, так пришли. Если он может, сможет изменить их жизнь, это хорошо. Может, сможет. Но сахаджи пришли, поклонились. И в то же самое время маленький мальчик, 7-летний, пришел. Поклонился Бхактивинода Тхакуру и ушел. И не посмотрел даже на того человека, который там был. Этот человек был удивлен, что этот маленький мальчик, кто он? Он пришел, поклонился и ушел. Почему? Бхактивинода Тхакура сказал, он взял обет своей жизни не видеть, не смотреть на сахаджиев. И тот человек был шокирован. Бхактивинода Тхакура не сказал, что ты сахаджи. А тут подумал, что какой невоспитанный мальчик, даже не поздоровался. А вот Бхактивинода Тхакура сказал, что тот взял обет не смотреть и не общаться с сахаджиями. И вот я хочу утвердить нечто, чтобы вы поняли, что когда Шрила Прабхупада родился со священным шнуром и всем остальным, когда Джаганнат находился у ворот, и гирлянда с Джаганнатха упала на него, и все это было знаками того, что он вечный спутник Гуранги Махапрабху. Вы можете принять это или нет, вы можете быть озадачены или нет, или сконфужены, принять это или не принять, но так оно есть. Шрила Бхактивинода Тхакура вечный спутник. И если он вечный спутник Махапрабху, почему он получил посвящение у какого-то совершенно недостойного человека? Чтобы дурачить нас, это из-за я могу доказать, что Бхактивинода Тхакура, он вечный спутник Гуранги Махапрабху, даже пока он не получил посвящение. Мы знаем, что когда обусловленная душа принимает прибежище у гуру, то по милости гуру, мы знаем из шастра, что гуру Крипа Хейкевала, мы знаем, что все происходит по милости гуру. Все по милости Шрилы Прабхупады, Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Сиддхартха Госвами Махараджа. Все происходит по их милости, я ничего не могу сделать сам. И вопрос в том, что если для обусловленной души обычно случается так, что когда обусловленная душа принимает прибежище у садгуру, то обретает могущество садгуру, и благодаря силе милости садгуру может делать очень разные вещи, как например, в виде винот и Иксвасуда, бывший Васуда в жизни Шрилы Прабхупады. Я могу привести яркий пример. И вот когда они приняли прибежище лотосных стоп Прабхупады, огромная сила, огромное могущество вошло в них, они говорили великолепную харикатху, писали замечательные статьи, но как только они оставили силы Прабхупады, и в тот же самый момент они потеряли всю эту силу. У меня есть книги. Тот самый человек, когда он
он, когда милость Шрилы Прабхупады была с ним, он писал замечательную сиддханту, но когда оставил Шрилу Прабхупаду, начал писать всякую ересь и опровергать даже то, что он сам написал ранее. Вот он написал книгу о Мадхвачарье по милости Шрилы Прабхупады, благодаря тому, что получил его милость. И тот же самый человек написал книгу, опровергающую свою предыдущую книгу. Он хотел опровергнуть сиддханту Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Он выступал против Шрилы Прабхупады. И вот как только вы отклонились от лотосных стоп Гурупад-падмы, как только из-за влияния майи вы изолированы от Гурудева, то вы чувствуете слабость. Но это не случай с Шрилой Прабхупады. Это не случай с Шрилой Бхактивинода Тхакуром. Даже Бхактивинода Тхакура, перед тем, как получить посвящение, он писал очень много книг. Кришна Самхита и прочее, как это возможно? Если он не вечный спутник, как это возможно для него писать такую замечательную сиддханту? Кто даровал ему милость? Это значит, это драма. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, он вечный спутник Махапрабху. Есть множество примеров, еще, но времени не так много. И вот когда Бхактивинода Тхакура совершал баджан Свананда Сакада Кунджа, наш Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур, он находился рядом в соседней комнате со Шрилой Прабхупадой. Вы были там, можно видеть, там комната большая, разделенная на две. Вот Шрила Прабхупад смотрел на эту реку Сарасвати. Это Брахманади Сарасвати. Это значит, что Вишну Приядеви, она довольна нами, иначе мы не смогли бы говорить Харикатху перед Сарасвати. Можно вспомнить, и я хочу напомнить, Ясадева, он писал, он на берегу Сарасвати, он тоже писал множество шастр и киртана, и также то же самое Сарасвати в Гималаях, и там на берегу этой реки Ясадев Госвами, он сидел, находился в полной медитации и записывал Бхагаватам по милости Нарады. Гуру Парампара должна быть авторитетная. И вот Вьясадев, он Сакья Вишаватара, но все же он признает Нараду своим гуру, и такова система. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакура, однажды Бхактивинода Тхакура, он явил лилу болезни. И как... И вот Бхактивинода Тхакура являл лилу болезни. И тогда Шрила Прабхупад начал плакать и молиться его лотосным стопам. И вот Шрила Прабхупад начал просить: «О, Тхакура, если вы оставите этот мир прямо сейчас, это нехорошо, вы должны жить дольше, вы должны пролить милость на нас, поскольку вы написали мне письмо, дали мне так много обязанностей, ответственности». И вот Шрила Бхактивинода Тхакура написал письмо Шри Прабхупаде, это письмо может открыть его сердце. И вот это письмо, написанное Бхактивинода Тхакуром в последний момент, в конце жизни, и это письмо само
может доказать, что он Гуру Прасад. Это письмо может доказать много чего, и это письмо может открыть сердце Бхактину Такура. Он написал: «Мой дорогой Бимала Прасад, те, кто в этом мире рождаются в аристократических семьях, из-за своего ложного эго они оскорбляют Гуру Вайшнавов, поскольку Гуру Вайшнавы не всегда являются смирением, и поэтому не каждый может понять, кто они. Если Гуру Вайшнавы, они находятся на берегу Сарасвати, просто в Колпине, и повторяют харинам, кто будет, кто поймет их величие. И сейчас можно видеть, что какие-то материальные общества имеют множество богатств, множество славы и прочих каких-то материальных вещей, но кто, где доказательства, что там есть Садгуру? Просто иметь много денег и какую-то славу — это не признак Садгуру. Я пытаюсь открыть ваши глаза, но кто знает, как это сделать? Вот Махарадж говорил Харикатху на тему Шрилы Прабхупады, его уникальное ачарьятва, его идеализм, но все же это было 76, много раз, больше 70, и Махарадж хочет еще говорить на эту тему. И вот Шрила Прабхупад плачет и говорит: «О, такого, если вы уйдете из этого материального мира прямо сейчас, я чувствую себя беспомощным, вы должны находиться здесь». Когда Шрила Прабхупад плакал и говорил, тогда в течение двух дней Бхактина Такова явил лилу здоровья. И вот Шрила Бхактина Такова собрался уходить, но по молитве Шрилы Прабхупады он явил лилу болезни, точнее, явил лилу здоровья. И вот один ученик Ганга Нараян Чакравати, он носил своего Гурудева, чтобы тот принимал омовение в Ганге. Сахаджи смеялись, что смотрите, его имеет славу великого преданного, а чем-то болеет непонятно чем. И тогда Наротам Такура было это все. И вот Наротам Такура потом явил лилу здоровья опять. Ганга Нараян Чакравати, он помогал ему, Гуру Махараджу, принимать омовение в Ганге. Если мы будем как-то с материальной точки зрения судить о Гуру Вайшнавах, ну, или кто-то осмеливается спорить и бороться как-то с Гуру Вайшнавами, с чистыми Гуру Вайшнавами, но такие люди, они вскоре пропадают, а они не знают милость Гуру Вайшнавов, они Гуру Вайшнавы никогда не хотят бороться с вами. И мы, ученики, должны быть готовы, чтобы обрести, чтобы быть под контролем Гуру Вайшнавов. Это признак ученика. Если ученик не следует Гуру Падпадме, его наставлениям, то нельзя сказать, что он гуру, а тот ученик. Мы должны следовать Гурудеву. И тогда Бхактивинода Тхакур, он явился прекрасную лилу, и вскоре было, и вот вскоре возник спор между брахманами и вайшнавами. Брахманы хотели доказать, что они выше вайшнавов, а вайшнавы из-за высмирения хотели доказать обратное.
И вот браманы возмущались, что вы не родились в браманской семье, поэтому вайшнавы признавали их превосходство. Но это естественные качества вайшнавов — быть смиренными. И вот Валабхачари пришел, чтобы показать свое превосходство перед Рупа Госвамипадой. Но может быть ему поверить в это. Вайшнавы, естественно, что они смирены, но это не значит, что мы можем позволить оскорблять нашего Прамгурудева, Шрилу Прабхупаду и нашу Гурвагу, и мы будем молчать. Это не смирение. Хотя, может, смотрите, можно видеть, что борцы до свободы готовы пожертвовать жизнью ради страны, а можем ли мы отдать жизнь ради нашей Гурваги? В тот день я говорил, что абсолютная истина, она не настолько дешева, что кто-то может... выступать против этой абсолютной истины. Нет, это не так. Все ваши абсолют, это абсолют, и ничто не может помешать абсолюту. Абсолютная истина, это есть абсолютная истина. Никто не может остановить ее. Браманы и вайшнавы, вот спор шел между ними. Я могу вернуться к письме Шрилы Бхактивинода Тхакура Рапуджи, и вот Бхактивинода Тхакура говорит Бимала Прасаду: ты должен идти и утвердить эту сиданту, то что вайшнавы, они превыше браманов. Шрила Прабхупада сказал: о Тхакура, благословите меня, чтобы я достиг успеха. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура благословил его и сказал: иди, и ты будешь успешен, без всяких сомнений. И вот было большое собрание в Миднапуре, Балигае. И вот все они собрались, чтобы слушать заключение этого собрания, и тема была Брахманы и Вайшнавы, кто превыше кого. Вишвамбарананда Дев Госвами, он был ачарья Шьямананда Паривара, он был там председателем, он был великой личностью. Его имя было Вишвамбарананда Дев Госвами. Он был великой душой. Шрила Прабхупада говорил, то, что и вот этот Вишвамбарананда Дев Госвами, он был председателем этой сабхи. И он дал слово Шри Прабхупаде, чтобы тот утвердил сиданту, и Шрила Прабхупад начал объяснять в течение трех дней эту татву брахманов и вайшнавов. И все собрание было удивлено, и эти брахманы не могли возразить ни единого слова против. Шрила Прабхупад, он рассказал все принципы и всю сиданту Гауранге Баджан. Никогда не зависит от наших семей, от происхождения. Баджан не зависит от нашего образования. Баджан никогда не зависит от нашего богатства. Баджан не зависит от нашего, от того, насколько красивы мы. Нет. Баджан, он полностью независим. Бхакти-деви, она полностью независима. Бхакти-деви, она может прийти в сердце любой души. И так много примеров я могу привести. Муни Вахан, Шрила Бхарати Махарадж часто говорил: Муни Вахан, он был очень низкой касты был.
в то время Ачарьи Пуджари Ранганатха были очень горды, и как-то его прогоняли постоянно. И Ранганатх Бхагаван был очень недоволен их поведением, что главная дверь храма закрылась и не могла открыться. И спрашивали, кто же дверь закрыл, и Ранганатх сказал: «Я закрыл ее, вы оскорбили моего преданного Мунивахана, идите и просите прощения». И вот Ранганатх сказал, что вы должны посадить на плечи Мунивахана и 8 раз обойти махрам. Это ваше наказание. Этот храм достаточно большой, 4 километра в окружности. И вот надо было 8 раз обойти, неся причем на шею этого Мунивахана. И вот Бхагаван говорит: это преданные, это мое сердце. Я не хочу знать ничего, кроме моих преданных, и мои преданные всегда заняты со мной. Они не заинтересованы ни в чем ином. Они очень любят меня. Кроме меня им ничего не надо. И таким образом Шрила Прабхупад был успешен в том, чтобы утвердить Сиддханту Гауранги Махапрабху и Бхагавад Сиддханту. И вот в Бхагаватам говорится, из брахманов, низкокастовые, кто родился в низкой касте, кто едят плоть собак, но все же, если такой человек повторяет харинам, имеет непоколебимую веру в Господа, то он лучше, чем брахман, который, родившись в теле брахмана, не имеет веры в Господа. В брахманах должны быть 12 брахманских качеств, но даже такой брахман, имеющий эти 12 качеств, ничто перед чистым вайшнавом. Если у брахмана нет любви к лотосным стопам Кришны, то такой брахман бесполезен. Если такого брахмана нет любви к Бхагавану Кришне, что толку такого брахмана, в то время как этот преданный, когда родился в очень низкой касте, как Харидас, он родился в мусульманской семье, и что? Шри Гауранга танцует с телом Харидаса, и оставив тело Махапрабху, плакал: «Харидас ушел, как я могу жить?» И он дал указание Шри Бхактина такое, я хочу напомнить, и в книгах тоже я хочу написать, что Бхактина такое, он плакал и молился: «О Гура, я сделал все, чтобы принести, по вашей твоей милости, я принес практику чистой преданности в этот мир, а сейчас все происходит наоборот, как мне дальше жить?» О, и вот Бхактина такого говорит Гауранги Махапрабху: «Я сделал лучшее, чтобы утвердить чистую преданность в этом обществе. И что случилось, что все стало сейчас все происходить наоборот?» И Гауранги Махапрабху пришел во сне: «О, мои дорогие, вставайте, не сожалейте. Это Кали. Кали — это век борьбы.
век неопределенности, век сомнений, и бхакти здесь будет находиться как фалгуноди, как такая невидимая подземная река. Бхакти-сандхара никогда не закончится. Но по милости Шрила Прабхупады, бхакти-сандхара, она есть, линия учения Шрила Бхактивинода Тхакура, она продолжается, но посторонние люди не могут его видеть. И вот и вот Махапрабху сказал Бхактивинода Тхакуру, чтобы тот приехал в то место, где Махапрабху танцевал с телом Харидас Тхакура и находился там, повторил Харинам в этом месте. И вот там Шрила Бхактивинода Тхакура построил дом напротив самадхи Шрила Харидас Тхакура. Их Прабхупад там останавливался, совершил баджан. И вот Бхактивинода Тхакура плакал, и таким образом. Это очень обширная тема, чтобы рассказать о том, кто такой Шрила Бхактивинода Тхакура. Что мы обрели от Бхактивинода Тхакура за бесконечное время. Если мы хотим отплатить ему, мы не можем отплатить. Это за пределами нашего понимания. Он седьмой Госвами. Даже после шести Госвами, Рупа Санатана Госвами, Рагунада Госвами, Джива Госвами, Гопал Бхата Госвами и два Рагунатха, все они пришли. Рагунат Бхата и Рагунат Дас. И после того, как они пришли, дали так много всего, даже после... Все же мы настолько глупы, что не можем понять, кто понимает их санскрит, их очень высокую, глубокую философию. Они дали все, мы знаем, но их философия очень высока. Как же ее понять? И Гуранга Махапрабху тогда решил отправить Бхактивинода Тхакура и Шрилу Прабхупаду. По милости Прабхупады мы поняли всю философию Рупа Госвами и Санатана Госвами, Джива Госвами Пада. Иначе кто поймет, если у вас такая способность, такая пандития, такая ученость, без Шрилы Бхактивинода Тхакура мы слепы. Бхактивинода Тхакура, он не отличен от Гауди Матха. И Бхактивинода Тхакура, он не отличен от Гауди Матха, и Гауди Матха не отличен от Бхактивинода Тхакура и также от Шрилы Прабхупады. Та причина, по которой я хотел сказать это, то и вот так называемый гуру Шрилы Бхактивинода Тхакура, люди, глупые люди, они думали, что он гуру, но кто такой подлинный гуру? Бхактивинода Тхакура, он гуру того гуру. Или тот гуру Бхактивинода Тхакура. Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, он от кого получил дикшу? Прабхупад получил дикшу от гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа. Но Шрила Прабхупад никогда, кто-то говорит, что Шрила Прабхупад никогда не получал дикшу от гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа, но кто это говорит? В 1881 году, когда Шри Прабхупаде было 7 лет, или 5, но около того. И в то время он получил харинам и мало вот Бхактивинода Тхакура, он получил харинам дикшу. И после этого, когда Рамбаган был, когда строили храм,
там нашли Курмашилу Шалаграм. И Бхактивинода Тхакур дал ему, чтобы тот поклонялся и совершал арчану. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур дал особую мантру Бимала Прасаду, чтобы тот поклонялся Курмашиле, будучи ребенком. И опять Бхактивинода Тхакур дал Нарисимха мантру Шриле Прабхупаде. И все равно какие-то люди возмущаются, говорят, что Шрила Прабхупад не в нашей линии. И поэтому Шрила Прабхупад написал вот этот прекрасный киртан. Если нет наставнической преемственности, мы не сможем обрести дивигьяну, если вы не зависите от это сиддханта, наивысшая сиддханта. Если вы не зависите от парампара, вы не можете обрести, не сможете обрести силу. Если я обрублю свою связь с Гауди Миссией Шрилы Прабхупады, как я могу обрести силу? Вся сила Нитьянанда Прабху не сможет ничего дать мне. Гуру Парампара. Система Гуру Парампара. Авторитетно мы должны верить в это. И Харикатха, Киртаны, проповедь. Это значит, вы должны поверить на 100%. Вы должны... У вас должна быть вера в Гуру Парампара. И тогда ваша проповедь в западных странах или здесь будет успешна. Иначе ваша проповедь как просто какая-то пропаганда и кричание кричалок. И в то время как действия Шисти Госвами или Горкишор Дас Бабаджи Махараджа, они были успешны. Почему? Поскольку Ачарон был идеален. Горкишор Дас Бабаджи Махараджа, он не ездил ни в какие западные страны, но весь мир знает, кто такой Бхактивинода Тхакур Рупа и Санатана Госвами. И вот Бхактивинода Тхакур, он был провозглашен Седьмым Госвами. И, несомненно, он седьмой Госвами. Есть шесть Госвами, а если бы этот седьмой Госвами не пришел, то кто бы мог понять всю философию этих шести Госвами, всю Гауди философию, есть ли у нас такая способность? И вот по милости Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура мы поняли все. И таким образом, другое еще я хочу сказать. Бхактивинода Тхакур. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он на основе плохого здоровья, он не хотел не хотел посещать это собрание, но на основе плохого здоровья не поехал, а отправил Шрилу Прабхупаду в Миднапур, где было обсуждение вайшнавов и брахманов. А почему? Поскольку тот падший гуру, от которого Шрила Бхактивинода Тхакур внешне принял дикшу, он был против чистых преданных, он был в группе брахманов, понимаете? Он был в группе брахманов, чтобы выступать против вайшнавов. И вот посмотрите, какой человек. И Шрила Прабхупад выгнал его, отказался полностью. Кто же это, что же это за гуру такой? И кто же подлинный гуру, как Питамаха Бишма? Он отказался от Парашурамы. Что такое авторитетное, что нет,
что хорошее, плохое. И он не знает, что такое здравый смысл, а действует как гуру. И таких нужно отвергнуть. И вот Шрила Прабхупад говорит, Бхактивинода Тхакура ничего не сказал, поскольку посторонние люди могли бы начать критиковать Шрилу Бхактивинода Тхакура, поэтому Бхактивинода Тхакура так сделал, что отправил Шрилу Прабхупаду. И вот поскольку так, его так называемый гуру, от которого Шрила Бхактивинода Тхакура внешне принял дикшу, поэтому, чтобы избежать излишней критики, он отправил Шрилу Прабхупаду. Никогда не пытайтесь спорить на эту тему что Шрила Прабхупад не находится в наставнической линии, это глупо. Я сказал, что Шрила Бхактивинода Тхакура, когда закончил повторять круг святых имен, 10 миллионов святых имен, и вот когда он закончил 100 лакхов, 100 лакхов равны одному кору, 10 миллионам. И вот у Бхактивинода Тхакура повторил Харинам. Как Харидас Тхакура, три лака Харинама, и это мало. Это могущественное мало. Харинамала Бхактивинода Тхакура. Он дал ее Шриле Прабхупаде, иди и начни Харинам Ягью здесь, в Майпуре. Вы думаете, что он не получил посвящение от Бхактивинода Тхакура? Шрила Прабхупада на 100% верил, что по милости Бхактивинода Тхакура я получил посвящение от Гуру Кишора Бабы. Я книгу опубликовал о Парампаре, был спор насчет Сахаджи с Радакунды и Навадвипы, они возмущались, пытались как-то бороться, но я дал должный ответ им на бенгале. На английский еще не переведено. Если будет милость Гуранги, я попытаюсь что-то сделать. И вот там я хотел показать, что Адвайта Гасай, он в нашей парампаре. Наша парампара, Гуру Кешодас Бабаджи Махарадж, я показал его авторитетность, что мы находимся в наставнической преемственности Адвайта Гасая. Внешне можно найти то, что так называемый гуру, что внешне он в парампаре Нитьянанда находится, но это только внешнее проявление. Но я могу доказать на 100%, что никакой связи с Нитьянанда Парампарой у него нет, он просто сахаджи. И как можно доказать, что у нас есть связь с Шрилой Мадхава Гусай Махараджем или Шрилой Бхакти Прамод Пури Гусай Махараджем? Как я могу доказать, что у нас есть связь с Шрилой Бхактивинода Тхакуром, наше сиддханта, наше поведение, наш характер, наш идеализм? Это покажет, кто есть кто, иначе что еще. И таким образом мы находимся в наставнической преемственности Адвайта Гасая Шрилы Прабхупад. Он хотел утвердить Бхагават Парампару, и также есть особая тема, я хочу, есть Бхагават Парампара и Гуру Парампара. Я хочу посвятить несколько часов обсуждению этой темы, показать, насколько практична Бхагават Парампара. Я могу показать, насколько научна Бхагават Парампара. Бхагават Парампару мы не можем отказаться от нее. Главный дух Бхагават Парампара приходит к нам иногда.
Гуру Парампара может прерваться и нарушиться, если какой-то совсем недостойный человек занимает пост Гуру на какое-то время. И как же связать это все? Бхагават Парампара Шрила Прабхупад хотел утвердить научную сиддханту, что через Бхагават Парампару мы сможем поддерживать все через мы можем, сможем поддерживать Бхагават Татва Вигьян, Бхагават Расу. Мы можем поддерживать запросто ее, но если мы будем следовать только Гуру Парампаре, только Манта Парампаре, то тогда может быть какая-то ошибка. Иногда можно видеть, что текущий ачарья полностью отклонился от пути, но его зачем-то назначили ачарьей, хотя никто не одобрил, конечно. Выборы могут быть выбрать какого-то человека, но это, опять же, никакого отношения к ачарье не имеет. Много раз Махапрабху говорил, что ачарья выборами никогда не выбирается. Сарупа Госвами, он наш стандарт. У меня нет времени обсуждать его сейчас, но во время Гундича Марджан Лилы вот Махарадж говорил на эту тему, то, что наш стандарт, наш эталон установленный Сварупа Госвами. Нам не нужно следовать никому, кроме Сварупа Госвами. Он полностью одобрил Махапрабху. То, что одобрил Махапрабху, это все Рупа Рагунатх. Санатан Госвами, Джива Госвами, они все следуют этому пути. Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад, они следуют этому пути. Бхагават Парампара, она очень практичная, очень научная. Я могу показать с различных источников. И вот если мы будем нарушать эту Бхагават Парампару, то, несомненно, мы обречены будем на смерть. Кто сможет спасти нас? И вот, что я хотел сказать в начале, Бхактивинода никогда не будет закончена. И вот и на сегодня конец. Но суть в том, то, что то письмо, которое написал Шрила Бхактивинода Тхакура Шриле Прабхупаде, какова цель и тема этого письма была. И если мы будем обсуждать это, вы поймете. И вот в этом письме пишется: «Мой дорогой Прабху Бимала Прасад, те, кто родились в аристократических семьях, они оскорбляют Гуру Вайшнава, поскольку из-за своего тщеславия, из-за своей гордости, чистые вайшнавы, они иногда очень смиренно живут, очень просто, и какие-то люди могут оскорбить их, и поэтому это твоя обязанность, о мой Прабху, утвердить Дайва Варнашрама. Насчет Дайва Варнашрама я говорил долгое время, несколько лет назад. И вот на тему Дайва Варнашрама многие говорят ложь, я могу доказать, что такие люди совершенно не следуют Дайва Варнашраме, а просто злоупотребляют ей под ее именем. Да, в нашем это не то. И вот под именем Дайва Варнашрама кто-то злоупотребляет ее. И Бхактивинода Тхакура пишет в письме: «Мой дорогой Бимала Прасад, те,
те, кто во всем мире родились в аристократических семьях, они игнорируют, иногда игнорируют чисто гуру вайшнавов, а гуру вайшнавы, они очень смиренны, очень просто живут. И поэтому от этого я обязанность утвердить даю варнашрама. О мой Прабху, будь уверен. Это очень важная сева, очень важное служение. Это твоя обязанность увеличить славу, распространить славу Гуру Вайшнавов. Ты должен совершать служение Майяпуру, когда я уйду из этого мира. И когда я уйду с этого мира, то твоя обязанность будет в том, чтобы прославлять Даму, проповедовать. Никто не может сказать об этой чистой Сиддханте. И никто не может проповедовать чистую Сиддханту. Я это письмо вскоре опубликую. О мой Господь, никто не хочет проявить чистую Сиддханту под именем Хари Бхаджана, всякие псевдосекты, псевдогуру Сахаджи. Они занимаются всякой ерундой. И твоя обязанность, чтобы разоблачить их Сахаджи Сиддханту и утвердить Сиддханту чистой преданности. Это твоя обязанность, это твое служение. Я ухожу из этого мира, ты должен сделать все вышеперечисленное. Никогда не пренебрегай служением Дхаммы под именем уединенного Бхаджана. Это наша первоочередная обязанность. Ты должен прославить Навадвип Дхамму, должен прославить Нама Санкиртана, чтобы весь мир он обрел благо. Бесчисленные падшие души следуют непонятно чему и с каким-то слепым проповедником, и в итоге попадают в ад. И ты должен также организовать печатный пресс. О Прабху, это великое служение Навадвип Дхамме. Если ты будешь печатать книги, посвященные чистой преданности. И это великолепное служение Даме. Ты должен проповедовать вайшнава Сиддханту среди всех людей, чтобы они не отклонились никуда под именем Бхаджана, чтобы они не умерли под именем Бхаджана. Если хочешь прославить эту даму, если ты хочешь показать величие, яркость этой дамы, ты должен организовать школу. Эта школа есть здесь, Бхактинот институт. Все люди могут прийти, получить уроки там. И также у них будет возможность слушать о философии Гуранги. Шрила Сачинанда Ананда Бхактивинода Тхакура, он был первый. Гуру Паршад, кто начал проповедь на различных языках. Эти госвами, они только на санскрите писали, но Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакура, он начал проповедовать на санскрите, английском, хинди, фарси, урду, на различных языках. Кто сказал, что проповедь не совершалась им? Кто сказал, что проповеди не было во время Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура? Подлинная проповедь совершалась. Они были очень могущественны. Эта проповедь была очень могущественная. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет также в письме то, что я оставлю вскоре этот мир, и это и мое желание в том, чтобы опубликовать Бхагаватам с комментариями Гауди Ачарьи.
Это мое желание, чтобы проявить Упанишады, Веданту. Я хочу все это опубликовать, но сейчас я ухожу. Я отдаю это все в ваши руки. Все это служение, я знаю, вы можете это все сделать. Я отдаю все это служение вам и ухожу из этого мира. О, Сарасвати, это твоя обязанность. Ты должен исполнять все эти наставления. И через это письмо мы можем понять, кто такой Шрила Бхакти. Вот такого нам не нужно говорить, какую-то ложную философию. Я не говорил никакой ложной философии, чтобы получить аплодисменты или пранами. Оставьте пранами себе. Я сам могу вам дать их. Слушайте Харикатху. Пытайтесь следовать Шриле Прабхупаде Бхактивинода Тхакура. Пытайтесь спасти свою жизнь. Не злоупотребляйте своей жизнью. У меня так много вещей, которые я хочу сказать, но времени мало. Я хочу остановиться. Суро сарид упаканте гадриме гауро тирте басати си сурабе кинже бхакти пурвам винадаха джугал джугал чарана сакшо лава сая асоу. Джугал чарана сакшо лава сая асоу. There is, you know, that last slok spoken by Bhaktivinoda Thakur. Suro sarid upakante, godrume gauro tirthe, basati si surabikunje, bhakti purvam vinadaha, jugala charan soksho lavasaya aso, bajo raso rasi kaya, pada padmasraya atro. Someday I can explain this slok, you can go mad. Suro sarid upakante, Годриме гауро тирте, басати си сурабе кинже, бхакти пурвам винадаха. Джугала чарана сокшо, лава сая асоу, брожо расо раси кая, пада падмасрая атро. Бхактивинода Тхакур going to declare. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур провозглашает здесь свою сокровенную сварупу. Я нахожусь в Гаудаме, в Сурабхе Кунже, чтобы с надеждой обрести вечное служение Гуранге. Я хочу принять прибежище у той Рупануга, Гурварги, Рупы Санатаны и всех остальных. С великой надеждой я нахожусь здесь, в Сурабхе-Кунже, на берегу Сарасвати. Я не знаю, Гуранга благословит меня или нет. И эта шлока настолько великолепна. Я объясню более глубоко позже, чтобы показать великую славу преданных Рупануг, Рупануга Баджани, то, что дано Шрила Бхактивинода Тхакура. У нас есть все, у нас должна быть надежда. У нас есть все, мы должны идти дальше. И всю не Бхактивинодару мы должны оставить, и мы должны попросить весь мир: придите к нам, присоединяйтесь к нам, вместе мы будем совершать нам санкиртана ягью. Понимаете? Суро сарид упаканте гадруме гауро тирте басати си сурабхакунже бхакти пурвам винадаха джугала чарана сокшо лавасая асоу брожо расо расикая пада падмасрая атро ванча калпадруши ке басинду бабача патитанам павана бабашна бхё намо джай сила сачидананда бхактивинода Тхакур ки джай тадио тирвати дипара мама саб ки джай. And the theory of separation, what is called separation, and Vipralamba Bab, I couldn't get time, maybe I can. О Випраламба Махарадж не успел рассказать. Во время Радхаятры это будет сегодня очень благодатный день. И сегодня день ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура, и также сегодня день Гададхара Пандита. И это прямо указывает на то, что Гуру Шакти Сарупая Рупану Гаварайте. Это указывает на природу Бхактивинода Тхакура, вот его пранамантры, есть такие слова. Бхактивинода
Мы должны всегда совершать санкиртан, не прекращать. Мы должны повторять харинам, совершать киртан. В тот момент, когда вы прекратите совершать санкиртан, вы можете попасть в ад, и поэтому не давайте шанса майя войти в ваше сердце. Всегда повторяйте харинам, совершайте харинкиртан, пытайтесь достичь успеха по милости Шрилы Бхактивинода Тхакура. Мы сможем достичь успеха, и мы молимся о его милости.